Вот вы вот мне сидите сегодня тут и объясняете, значит, насколько Америка прекрасна. Вот она и мама, и пожарная служба, и лечит всех, и учит, и так далее. А Россия это вот это и вот это. Какого хрена вы тут все делаете, скажите, пожалуйста? Потому что я хочу, нет. Позвольте, я отвечу. Сейчас. Потому что я хочу, чтобы в России... Я гражданин России. Так. И я хочу, чтобы в России было так же хорошо, как и в Америке. Стоп. Чтобы была, чтобы был тот же уровень жизни. Тише, зоопарк. Значит, я хочу тот же уровень жизни, тоже уважение людей, чтобы на ток-шоу вот не было этого безобразия и хамства. Подождите. Да. И чтобы мы так не унижали себя вот этими рассказами про духовность, когда у нас был ГУЛАГ, когда у нас сейчас брошены дети миллионами, без всяких сказок про Гензель и Гретель.